Мы до сих пор с любовью и болью вспоминаем конец 90-х годов, когда клуб был на подъеме. Сейчас, на наш взгляд, настал критический момент. Мы обращаемся к вам с просьбой не допустить развала нашего любимого черноморца, который является флагманом спорта в городе-герое. Александр Ткачев, в свою очередь, отметил, что черноморец не останется без внимания со стороны краевых властей. Комментарий губернатора опубликован на официальном портале администрации. Глава региона подчеркнул, что лично следит за ситуацией и понимает озабоченность болельщиков. Черноморец сегодня не просто футбольная команда, но и важная для Новороссийска инфраструктура. Прежде всего, стадионы и школа, где занимаются футболом более 1500 городских ребят. Безусловно, у клуба сегодня есть финансовые сложности, главная причина которых – отсутствие постоянного сильного инвестора. По мере возможности проблемы с финансированием команды сегодня пытается решать муниципалитет. Город и край не останутся в стороне, но я также хотел обратиться к бизнес-сообществу Новороссийска, поддержать любимую тысячами горожан команду, принять непосредственное участие в ее судьбе, ведь Черноморец – это одна из старейших в стране футбольных команд со своими преданными болельщиками и богатой историей, которая не должна прерываться. Дальнейшие шаги по сохранению футбольного клуба губернатор обсудил с мэром Новороссийска Владимиром Синеговским. Одна из главных задач, которую поставил Александр Ткачев – не допустить распада Черноморца.